Обзор МФУ Epson Calorio EP707A. Шестицветное многофункциональное устройство абсолютно белого цвета. Представляет собой принтер, сканер и копер. Все в одном. Печатает через Wi-Fi, мобильное приложение Epson iPrint и USB. Обладает небольшим жидкокристаллическим экраном, диагональ 3,6 см. Предназначено для печати и работы в офисе. Лоток для бумаги рассчитан на 100 листов. Максимальный формат А4. Разрешение печати 5760 на 1440 dpi. Скорость печати 27 черно-белых и 26 цветных страниц в минуту. Возможна печать без полей, а также печать на CD и DVD-дисках. Планшетный сканер с разрешением 1200 на 2400 dpi. В отличие от предыдущих моделей, не имеет датчика закрытия. Это значит, что печатать можно даже с открытой крышкой сканера. Компактный и легкий, вес 5,9 кг. Габариты 488 на 424 на 246 мм. Гарантийный срок составляет 18 месяцев. Используйте МФУ вместе с расходными материалами InkSystem и экономьте на каждом отпечатке.